А Павло поехал. Блин, а ну давай Павла, Павла, там он сейчас сесть должен. А ну давай, давай подъедь, покажи его. Так, Павла лебедят двумя лебедками. Через блок, или нет, одной лебедкой пока. Давай вторую лебедку. Как я заеду? Так оттуда тебе не протянуть и все. Че ехать, не надо ехать. Тут это надолго. Антон, давай вторую. Оттуда, Саня, Саня, вот так прямо, как стоите. Не копай, не копай, не надо. Ты уже, блин, утонул нафиг. Копать не надо было. Сейчас Антон еще второй будет прятать. А у кого-то есть еще лебедки? А? Кто еще с нами? Нет, кто-то же ехал еще. Блин, не уверен, конечно. Ну там сейчас заякорим тут через блок. Плюс лебедка, ну может и получится. Там бы заякорить еще. Олег, Олег, под джерик бы еще заякорить бы. Там дерево есть сзади. Не копай, вообще не копай пока. Боком сюда стал. Сейчас выровняет. Стой, стой, стой. Стропы не хватает. Павло тут. Да, да. Долговато. Ну тут такое очень коварное место на самом деле, с очень вязкой. Давай! Антон, давай! Антон, давай! Подожди, Паша, не копай, подожди, не натянулись. Да натягивается долго. Егор, расскажи, что помогали. Блин, тут жесть, конечно. Андрюха, туда перейдите с Владом. Идет, идет, идет. Тут буквально метр еще хотя бы. Сейчас груша падает, Паш. Так, эвакуация зайчиков. Не, через низ, Сэм. Через ступеньку, через низ, на колесо, за это и сюда. Да нет, только стой, с правой стороны. Стороны. С правой стороны. А? На кузов, да, да. Блин, ты что, как он лезет, слышишь? Он гимнастом был в прошлой жизни. Отойди, Саня, отойди. С одной стороны куда красивее. Красивее, да? Ну так мы же вас звали давно, идите к нам, идите к нам. Сама поедет. Сейчас сама поедет. Вот. Все, дети, можете там, не лезьте. Да, они там, груша упала. Почти достает. Обещали, пассажиры.
Там переезжают. Якорь не выдержал. Павло, ну я всех мобилизовал, Павло. Я бы знал, что ты застрянешь, я бы и у вас свой без сцепления взял бы. Так, Павло продолжает неравный бой, а ну, пацаны. Да, пошел по чуть-чуть вверх. Две лебедки, одна через блок. Блин, это жесть просто, конечно. Видишь, это так хорошо. Давай, Павло, давай! Представь, что ты на елке опаздываешь к детям, елки, быстрее! Назад ерунда, главное вперед. Это в кузове вылезайся, типа, вот проблема, да, из-за кого? Пусть пешком дальше. Да, тут жестячок полный. Все. Все, уже выехали. А вон есть Саня сейчас пойдет. Саня, проверь глубину. Пока машина стоит. Да. Глубоковато. Глубоковато. После бородача. Он стоит не на коленях. Покажи ногу одну вверх, что ты не на коленях. Или на колени нас никто не поставит, скажи. Да. Ты там не ходи. Копнул нормально. Да нет, там лебедка. А, лебедки ослаблены уже. Да, глубоковато было. Да, вот и наш экипаж. Первый раз, ребята. Ну, рубятся красавчики. Чуть опыта не хватает, но все равно машина огонь. Так, все готово. Сейчас чуть-чуть подтянуть. Потом УАЗ. ТВХ проедет сама. И все. Это сила, конечно. Такие котлеты надо строить, понял? Мотор сзади, легко. Все, Павло сейчас поедет. Потом до конца поедет. Да нет, тут до сам еще далеко. Такой нормальный миксер, да? Да-да, но она замылена. Вырваться! Вырваться! А машина! Вс!
Сейчас Павло едет на помощь. ТВХ, блин, проскочил. Фантастика, конечно. Пробуй с толкача, пока тянет. Пробуй. Только по... Не-не, передачу включи только. Четвертой пробуй, с четвертой. С четвертой пониженной, так не заведешь. Пусть разгонит. Нет, ты на второй или на первой не заведешь, не провернет. Четвертую надо, если пониженная включена. Давай! Дергни, завести надо, Паша. Еще два веточка. Давай. Действительно. Сейчас потянет четвертая, четвертая пониженная, попробуй завестись. Давай, включай. Заводи, 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 заводи. Четвертую. Заводи, заводи. Давай. А нет, ты же не отпустил сцепление. У него сцепление нет. А, блин, этой машины такой еще не было у нас. Это стой, стой, стекло, осторожно, елки, елки, новая же машина. ГАЗ-67. Хотя двери. Замкните его капотом. Я вижу, блин, проблемы с абрикосом. Типа ты знаешь, куда перемыкать, да? Знаю, тут так видно, что. А, ты еще и слепой. Ну, конечно же, дотянешь до моих лет, будешь лежа какать. Вот не стоя, ёпать. Стоя, то херня. Стоя, тебе повезло, если стоя. А там зажирание включено? Давай, заводим. Так она должна завестись сама. Зажигание включено. Перемкнуть. Нет, ты ключом поворачивай, держи, я заперемкну. Или провод стягивающего где-то отпал. О, давай, давай. Не, он уже сам это делает. Ключом резко, так быстро, короткими. Чик-чик-чик. Три короткие. Да, три. Не, все время три короткие делаем. Морзяночку. Сос! Залатать тебе под квартиру, Сан. Подожди, не отвлекай. Сейчас же в дырах все ходят люди, на работу даже ходят в дыры. Видел, джинсы выложили в группе. Не, что, красивые или что? Да, да. Тебе бы подошли. Давай, подъезжай, дергать больше. Я подъехавший приехал, блин. Да не, надо полностью назад максимально. В лейку набросаем. Четвертую повышенную. Пониженную четвертую. Или вторую повышенную. Вправо крути. Заводи. Вторую, да. Заводи, отпускай сцепление. Это огонь аппарат просто. Это ж ГАЗ-67, оказывается, машина по техпаспорту. Я в салон заглянул, смотрю, какой-то тоннель узкий, как в 69-м. А он говорит, в техпаспорте ГАЗ-67. А что это по 67? Это первый. Тот, что до ГАЗ-69 был. Это типа Виллиса такого. Ликвидацию смотрел? Понял, Виллис. Да не Виллис, ГАЗ-67. Я понимаю, что... Ты же не видишь и окна 67-го, все тут в оригинале. Да? Все, карета подана. Документом года? 50-го. Какого? 50-го. 50-го, да? Да не, уже все это записал. Уже поздно. Да. Так, ну что, наш небольшой коллектив продолжает движение к Голюброду. Опять мы в этом болиде серьезном. Павло задумчивый, думает, что будет дальше сейчас. В принципе, маршрут известный, но не знаю, куда мы сейчас проедем, конечно. Знаешь,
знает дорогу. Знает четко дорогу. Ноги оторвались от земли. Седьмой Трипадор. Маршрут нормальный тут пробили. Сейчас Павло. Павло прямо здесь. Красавчик Павло. Красавчик Павло. Да. Смотри вот сюда, как он. Видел, как Ранглер ехал? Левее берешь по колее, смотри. И вот там выход, вот там. Так, к истечению 8 часа оффроуда мы узнали, что это H67. Красиво идет, очень уверенно, очень уверенно. 50-го года оказалась машинка. Все, внутри болида, летим. Быстрее они хотят оторваться от нас, мне кажется. Надоели? Нет. Стыдно просто. Сейчас я покажу. Смотри. Да не показывай, он потеряет сознание. Не показывай. Подключайся, смотри. Связь плоховата. Да, тут... А, тут, кстати, связь сейчас будет нормальная. Уже есть. Это к Вольфброду путешествие. Тут посвящают людей в джиперы. Сейчас вы сможете посвятиться. Сейчас. Смотри, какая лужа шикарная. Ну, тут мы не должны застрять. Это лужа называется, да? Угу. Обычно тут ее нет. Ну вот, только что ты по ней проехал, не заметил просто. Так, нам куда? За кем? Прямо едь. Вот за кем? За Павлом. Где Павло? За Павлом едь. Павло это кто? Это на большой машине такой, на третьем этаже, который едет. А дед Павло с бородой, он же Дед Мороз, он же Мазай. Видишь его? Вот. Держи его в кадре все время. Что, идем? Рекорд. Ты будешь посвящаться в джиперы? Тогда ближе подъезжай. Так, а вот и Вольфброд. Это красота, это сказка. Отец Павло пока стоит. Ну, вода высокая сейчас. Вода высокая. Думаю, глубина в районе 1,80 м, наверное. Может и выше. Ну, это вот в этом месте. А здесь не так глубоко. Красиво.